Всем привет! Ну что, ребят, сегодня опять топ-трэш-контент у нас на Китайке. Мы все-таки получили одного из последних имбовых героев. Да, именно имбовых, потому что он настолько охуенен, что когда вы его получите, он просто будет уже не актуален. Так, ну что, забираем. 1.5 ляма уже у нас есть, чем можете поздравить Китаку. Забираем коробочку. Так, ну все, дальше у нас планка пошла 2,2. Так, ну что, поехали смотреть, что мы там получили. Так. Есть. А, вот эта акция, общая баназа, которая есть и на нашем сервере, но разница... По сравнению с нашей. Тут акция идет, сколько там, 18, 19, 20, 21, 22, 5 дней. За 5 дней у вас на рынке меняется куча разных плюшек. Вы можете тратить не только там за один день, как у нас, надо купить все, или за 2 максимум у нас, а здесь 5. Вот такие вот плюшки идут. 5 слизнячков топовых. Карта первая. Рудольф 20 штук. Льдышка 50, дальше идет, где-то примерно, где-то за пак, по-моему, я забирал в видосе, грубая сила, воодушевление, сет гнева 5, дальше забираем Риббита, есть, следующий, ложный, 5 сет, дальше, 5 сет ремочки, отлично. Ну а дальше, ребята, пиздец. Огнекрыл. То, чего мы ждали. Забираем его тоже. Вот у нас на аккаунте уже наконец-то появился огнекрыл. То есть у нас аккаунт опять же имеет всех полностью героев. Так. Открываем плюшки наши. Окей. Так. Так, они к нам еще не пришли. Мы в ожидании пока. Пока мы в ожидании. Мы сейчас сделаем ход конем. А, не, все уже. Так, вот, раз, два, три, четыре. Бум. Вот так вот, начиная от Риббита до Огневика. Блин, вечно его называю Огневиком. Огнекрыл, значит, следующий герой будет Огневик. Вот у нас уже на Китайке есть, я считаю, ну а сегодня это самый один из универсальных героев, очень интересных, который в команде вообще просто творит чудеса. Паралич его, это просто огонь. Вот мы его получили здесь, в принципе, получили не особо заморачиваясь, плюс получили дохренище офигенных плюшек за это время, пока мы его выбивали. Ну, то есть все намного ярче, чем у нас на русском. Окей, побежали его открывать. И сейчас немножко его качнем. Так. Так, где-то там 8 коробок уже собралось. Отлично просто. Куча у нас героев есть. Давайте сразу ремочку. Не, ремочку пока открывать не будем. Толку. Так, 7 штук их, ребят. Это 7 мест. Использовать, окей. Вот на Китайке у нас появился... Огнекрыл, обязательно ставьте лайк за это событие. Будем опять на Китайке трешевать. Отлично. Идем на него посмотрим. Какой он там, что он там. Вот он, красавец. Каменка на нем поменять. Так, у нас тут есть ожог. Этот ожог я хочу все-таки поставить вот сюда. Все, никак не допилю видосик. У нас на складе есть специально для этого события. Использовать, окей. Так, где там он огнекрыл? Ставим 5-й просветик ему. Ну, давайте коробочки рольнем сразу. Так, есть. Бум. Ракушка нафиг не нужна. Бум, стойкость нафиг не нужна.
Каменка. Ну вот Каменку пока ставим на смене, пока будем его качать. А там дальше определимся. Возможно, здесь качаем другой вариант. Напишите в комментах, какой вариант вы хотите увидеть здесь. Я обязательно почитаю и что-то сделаем. Так, у нас есть, по-моему, слизняки на него. Мы ролили, рылили. Плюс акций поднакопили. Вот так вот почти. Сейчас еще зелень сюда впихнем. Девяточка. Ну, я ему десяточку докачаю. Однозначно. Он будет у нас здесь на максималке. Так, есть. Есть. Побежали его поднимем по левелу. Книжки у нас, по-моему, здесь тоже есть. Да, поехали. Надо его немножко прокачать. Сделаем ему сейчас первую эволюцию, аугментацию, все дела. Так, есть. Тут можно, в принципе, до 180-го гнать книгами. А там дальше уже будем трешивать. Так, отлично. 120-й. Хотя, конечно, сейчас посмотрим, что у нас там по картам. Возможно, просто получим книги с него, вытащим. Сейчас определимся. Так, что у нас здесь? Аджай волна не пройдена. Так, это все мы убираем. Нам надо ему еще и просвет прокачать. Так. В принципе, он здесь будет сейчас быстро качаться. 41 карта. Так, есть. Давайте быстренько ему просветик будем. Поставим его на таблеточку. Будем немножко ему просвет поднимать. Так, вот так вот. Руны. Немножко неудобно. Поехали. Надо хотя бы 71 вкачать для 5 сета. Так, есть. Есть. Давайте на подземочках сразу будем параллельно сливать. Быстренько докачаем ему. Да, вот так вот. Вот так вот. Так. Тут у нас тоже карты должны были на 5 штук всего есть. Я, в принципе, ему ради того, чтобы просветы прокачать. Так, отлично. Герой, алтарь, руны. Поехали дальше. 44-й. Отлично. Поехали на волны. Пропуск. 175-й уже. Сейчас мы быстренько докачаем. Сделаем ему явку и начнем делать аугментацию. Уже, ребятушки, у нас почти 100 тысяч силы. Я думаю, мы сейчас это пройдем, потому что мы просветы прокачаем. У нас будет соточка. Так, отлично. Так, руны, просвещение. Качаем дальше. Так, есть. Идем на подземочку. Так. Так, он у нас уже 180-й. Куда я уже тыкаю? Герой, алтарь. Так, надо нам значков почета. Окей. Где-то у нас были здесь книжечки, по-моему. Коробки с книгами. Да, вот они есть. Продаем. Отлично. Есть. Так, ну качаем. Качаем быстренько. Опять на волнах. До 200-го.
Надо будет попробовать с ним обязательно волны пройти. Так, есть. Так. Посмотреть, что он будет на волнах делать. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, я думаю, сейчас, в принципе, до 80-го, до сотки дойдем. Первую сотку взяли почти. Я, в принципе, могу сделать и 200 даже тысяч силы с моими героями, как бы это не проблема, но сильно раздавать силы тоже особо не хочется. Выходить в топ. Но надо будет. В любом случае мы это сделаем, потому что нам надо будет героям прокачивать 12 скиллы, поэтому никуда от этого не денешься. 11 маловато, чтобы в топе быть на некоторых локациях. Так, окей. Так, алтарь, руна. Так, 60-й, отлично. Пропуск 185 уже, ну, супер. Сейчас мы его до 200 вкачиваем и делаем ему прокачку, аугментацию, все дела. Ну и скилл, наверное, до 10 докачаем. Потом уже кгшки я буду фармить. Так, руна, просвещение. Есть. 187. Поехали набирать обороты. Да, ребят, это, конечно, это не наш сервер. Хотя у меня там уже 3 их есть. Но здесь, я думаю, нам одного будет пока достаточно. Дальше посмотрим. Скорее всего, я буду пытаться собрать по максимуму его с... Так, Минотавр, куда ты влез? По максимуму его собрать с лабиринта. Посмотреть, сколько на это уйдет усилий, сколько надо будет в реальности сундуков. Но с таким рендом, как у нас получился, это, конечно, немножко жесть. Так, есть. Просветики качаем. 63-й. 68-й. Поехали дальше. Так. Надо будет попробовать отжей волну затащить. Так, есть. Так, качаем опять просвет дальше. У меня, в принципе, тут герои все по просвету с 80-м. Этого вполне хватает. Так, 71-й уже даже есть. Так, 191 он у нас уже. Отлично. Надо его все-таки до 200-очки докачать. То смысла не было тогда этот просвет ставить ему. Так, давай, 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 давай. Как хорошо фармить максимальное... подземки. 15 минут и у тебя герой на фуле. Так, есть, качаем дальше. Че, не добьем мы без эволюции? Не, не добьем.
Соточку, думал, добьем соточку. Ну ладно. Девяносто четвертый. Так. Там у меня там вроде, если сейчас поменять, можно соточку, думаю, набить. Так. Просветик. 77-й, отлично. Добиваем последние 6 штук. Так, раз, два, отлично. Ух, так, алтарь, руна, раз, два, три, так, 80-й, 79-й, добиваем сейчас 80-й. И, в принципе, можно будет переводить. Герой, алтарь, руны, просвет. 80-й есть. Делаем ему эволюцию. Поехали. 54 211 книг. Супер. Вот у нас уже есть первая эва на нем. Поехали. Делать ему агментацию. Агментируем. Так. Улучшить надо. До 20 уровня. Так, тут мы книжечками поднимем. Так, есть. 19. Еще раз, два, три. Мне чуть-чуть не хватает. 20-й. Есть. Так, у нас требует 2. У нас есть камни. Рунки. Есть. Все, вот у нас он на агментации. Смотрим. Смотрим, что у него. Понятно все. Поехали, карты паролем. Так, ну давай что-то интересное. Я чувствую, сейчас из коробок нам всякой хрени нападает. Доспех. 4-5. Ладно. Поехали, коробки. Так, это уже было. Спасибо. 4-5. Интересно, выбьем мы пятерку отсюда или нет. Вот, поменяем. Вот так сделаем хранителя. Пусть будет дополнительный отхил. Да. Так, на урон. Отлично.
Ослепление. Ну, ослепление ему нафиг не надо. Конечно, с этих коробок падает. Так, плюс одна клетка. Да, толку он, в принципе. Не вижу никакого смысла плюс одну ему ставить. У нас тут есть интересный он. Рэя Бигфут. Как раз, ну, без... Да, как видите, у меня тут не особо героев много, поэтому даже смысла пока нету. Поэтому и надо сначала героев 15-20 перевести, а потом уже улучшать аугментации, потому что просто впустую потеряете. Так, фигня. Поменяем. Так, дальше. Блин, ну пятерок, как видите, вообще херня падает. Давайте поменяем 16%. Так. Ну давайте так сделаем. Трешачок начался. Проклятое поле. Так, не то. В принципе, если проклято, и надумаем грубую силу ставить, передача энергии, тоже интересный вариант. Попробуем так, с проклятым поехали, еще наролим созвездие. Так, уклонение есть, отлично. Смотрите, как падает уклонение здесь, просто огонь. Так, не то. Крит. Ну ладно, крит потом, если что, на роли. Супер. Давайте три паролим. Четверка. Бля, это жесть, ребята. Офигеть, как здесь падают офигенно пятерки. Так, точность. Просто пиздец. Просто огонь. И сейчас мы на последнюю, блядь, сольем. Это, блядь, однозначно лайк. 5. Вообще супер, блядь. Не знаю, сколько мы там потратили, но потратили, по сути, херню вообще. Ну, поехали. Попробуем кого-то. На кого-то напасть. Давайте поставим его сюда. Ставим так. Ставим грубую. Пока без таланта. Так. Ну, вот так вот. Пока вот так вот он долбит. Сейчас посмотрим. Кто кого, ёпта. Урона, конечно, у него немерено. Если брать массовый урон, учитывать. Отхил. Да они по нему попасть практически не могут. Это жесть. Это жесть, конечно. Так, сколько у него там, я даже не посмотрел, сколько у него там жизни. Вот так вот у нас сразу сила поднялась. 43-й дала. Сразу жизнь прокачалась. В принципе, все, я уже дальше его прокачаю, буду показывать уже на максималке. Вот так вот, ребята, у нас 4-й Огнекрыл. На китайке уже он. Пишите комменты, какой вы хотите видеть талантик. Обязательно ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.